Но есть еще один момент, на который я хотел бы вам указать. И можно говорить о том, что мы показали, как позиция умеренного детерминизма может согласовываться с божественной суверенностью. Но как все-таки компатибилизм согласуется с учением о нравственной ответственности человека? И я хотел бы, чтобы вы заметили, что это, в принципе, такой же аргумент, который мы с вами уже разбирали ранее. Аргумент арминиан о том, что если поступки человека обусловлены внешними факторами, то не остается места для нравственной ответственности. И мы же с вами в какой-то степени ответили на этот аргумент. Но я хотел бы вернуться к этому вопросу и осветить еще один момент, который, на мой взгляд, следует упомянуть. И если можно сказать, классический текст Писания, который относится к этому вопросу, это текст, записанный в 9 главе послания к римлянам. В этом тексте Священного Писания Павел говорит о привилегии Израиля, об избрании Израиля. И это не то же самое, что избрание ко спасению. И затем он переходит к вопросу об избрании ко спасению. И вот в 14 и в 15 стихах мы читаем о том, что Бог милует того, кого хочет помиловать, и ожесточает того, кого хочет ожесточить. И вот в 16 стихе мы читаем: «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего». И затем Павел приводит пример с фараоном и говорит в 18 стихе: «Итак, кого хочет Бог, того милует, а кого хочет, того Он ожесточает». Хорошо, Павел, но как же все это нам понять? И вот далее, в 19 стихе, Павел начинает рассматривать возможное возражение. И вот эти стихи уже имеют прямое отношение к вопросу нравственной ответственности и позиции умеренного детерминизма, или позиции детерминизма в общем. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? «Ибо кто противостанет воле Его?» И нам с вами нужно ясно понимать силу этого вопроса. Этот вопрос в действительности затрагивает, в свою очередь, два интеллектуальных вопроса и один вопрос, связанный с отношением. И вот давайте рассмотрим сначала два интеллектуальных вопроса. Первый интеллектуальный вопрос заключается в следующем. Если я делаю то, что Бог заранее определил, чтобы я делал, то как меня можно призвать к ответу за свои поступки? Потому что я делаю лишь то, что Бог заранее определил, чтобы я делал. Я еще раз повторю. Если я делаю лишь то, что Бог заранее определил, чтобы я делал, то как я могу нести нравственную ответственность за свои поступки, если я лишь делаю то, что Он решил, чтобы я делал? И второй вопрос. Если Бог определяет все, что происходит, то почему тогда Он не несет нравственную ответственность за те поступки, которые совершаются? Что ж, оба этих вопроса достаточно хорошие вопросы, не так ли? И они естественным образом возникают в обсуждении 9 главе, так? И я думаю, те из нас, которые стоят на арминианских позициях, в этот момент должны радоваться и кричать: «Ура, ура!», потому что это те вопросы, на которые они хотят получить ответы. И я думаю, всем нам с нетерпением хочется услышать, как же апостол Павел ответит на эти вопросы. И как же он это делает? Он говорит, 20 стих:
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» И ответ напрашивается: «Да, он имеет право так поступить». И вы помните, я вначале говорил, что есть три вопроса, которые поднимает 19 стих. Два из них — это интеллектуальные вопросы. Почему я виновен, если я делаю лишь то, что он определил? И почему он невиновен, если он определяет так, как я должен поступить? И вот третий вопрос — это вопрос, связанный с отношением. То есть третий вопрос, он скрывает то отношение, которое у нас должно быть. А именно, имеет ли творение право призывать Творца к ответу, вызывать его в зал суда, чтобы дать показания, чтобы оправдаться перед его творением? Имеет ли право творение сажать Творца на скамью подсудимых и предъявлять Творцу обвинение за то, что он что-то сделал не так? Потому что именно таков вопрос в 19 стихе. Именно это подразумевается. Звучит все так, что Бог что-то сделал не так. Ведь если Бог все действительно определил, как пишет апостол Павел, то тут надо многое пояснить. Пока трудно понять, как все это может быть справедливо. Поэтому мы ждем ответа. И мы видим, что творение не обладает правом сажать Творца на скамью подсудимых и предъявлять ему обвинение, заставлять его оправдываться и доказывать, что то, что он сделал, праведно. И как я уже сказал, читая 19 стих, мы с нетерпением ждем услышать ответы на интеллектуальные вопросы, которые он задает. Но что же мы читаем далее? В 20 стихе поднимается вопрос, связанный с отношением. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Это не означает, что на интеллектуальные вопросы ответы не даются. Это лишь означает, что в этом случае Павел, ведомый Святым Духом, указывает на неверное отношение всякого человека, который будет требовать от Бога ответа или объяснения перед своим творением. Но это не означает, что нет ответа на интеллектуальные вопросы. И что же это за ответы, спросите вы? Что ж, позвольте мне предложить эти ответы. Почему же я виновен, если я делаю только лишь то, что Бог определил? Потому что я делаю это добровольно. Все стороны в этом споре согласятся между собой в том, что нельзя призывать кого-то к ответу, если он совершает что-то по принуждению, недобровольно. И я прекрасно понимаю, что либертарная свободная воля — это не то же самое, что компатибилистская свободная воля. И я понимаю, что тот, кто придерживается либертарного понимания свободной воли, скажет, что мы виновны потому, что делаем то, что делаем, по своей воле. Но ведь Бог предопределил, на что армянин скажет вам, потому что он предузнал, предвидел. Но помните наше обсуждение относительно того, что же на самом деле означает предвидение или предузнание? Что на самом деле это означает предустановление? Это еще одна точка расхождения между кальвинистами и армянинами. Но давайте посмотрим, что скажут кальвинисты. А они скажут следующее.
Человек несет нравственную ответственность за свои поступки, даже несмотря на то, что Бог предопределяет эти поступки, потому что Он совершает их добровольно. А это означает что? Это означает, что человек поступает согласно своим желаниям. Бог не совершает зла, Писание нам об этом говорит. Он не искушает никого ко злу, но Бог может определять условия и обстоятельства, в которых мы с вами оказываемся. Скажем, как сейчас мы находимся все вместе в этом классе. И даже если, казалось бы, мы находимся вот в таких нейтральных условиях, вы можете, как пишет Иаков в первой главе своего послания, быть искушаемыми. И вы спросите, ну а как такое может быть? Вот, скажем, вы можете начать злиться на своего профессора, потому что вам бы хотелось, чтобы он закончил эту лекцию и позволил вам идти на перерыв, чтобы он не заставлял вас ломать голову и не забивал ее всей этой информацией. И, быть может, вы правы, и ваши желания праведны, но, быть может, вы начнете что-то думать о профессоре, что обычно вы не делаете. Виноват ли в этом Бог, если вы начнете что-то желать профессору нехорошего? Нет. Обычно вот на занятиях у нас есть как студенты, так и студентки. И возможны какие-то нечестивые мысли с той или иной стороны. Виноват ли в этом Бог, если такие мысли появятся? Нет. Как Бог мог бы воспрепятствовать, чтобы такие мысли у вас не возникали? Ну, во-первых, Он мог бы воспрепятствовать вам прийти в этот класс на занятие, но тогда вы не смогли бы завершить часть Его установления, согласно которому вы должны успешно завершить учебный семестр. Поэтому мы должны понимать, что, конечно, да, Бог определяет обстоятельства, но Иаков достаточно ясно дает нам понять, что Бог не искушает нас. Искушение возникает изнутри нас. И вот когда этот грех зачат, о чем пишет Иаков, то мы с вами воплощаем и совершаем этот грех добровольно, без принуждения. Поэтому мы несем ответственность за свои поступки. А как насчет второго интеллектуального вопроса? Почему Бог тогда не несет нравственную ответственность за свое установление, за то, что Он определяет все таким образом, все, что происходит в этом мире, включая зло? В течение многих-многих лет я лично сам полагал, что ответа на этот вопрос найти мы не можем. Его не существует. И Павел, вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, показывает неверное отношение спрашивающего. Но, будучи богословом и философом, я искал этот ответ. И можно сказать, что в определенный момент наступило озарение, и я понял, что вопрос, который мы задаем, это вопрос, связанный с проблемой зла, с тедецеей. И вопрос заключается в следующем. Почему любящий и благой Бог, всемогущий Бог, сотворивший мир, сотворил его со злом? И более глубокий вопрос. Почему же тогда любящий, благой и всемогущий Бог определил, установил, что в нашем мире существует зло? И, по сути, это один и тот же вопрос, просто заданный чуть-чуть по-разному. И ответ на этот вопрос будет вашим решением проблемы зла, проблемы тедецеи. И позвольте лишь кратко-кратко сказать о том, на чем основываются все эти решения, оправдания Бога за существование зла. Говорится о том, что, несмотря на то, что Бог всемогущий, Он не может осуществить противоречие. И затем говорится о том, что Бог не может устранить зло, потому что Он просто не может.
Не в том смысле, что он не может, если это было бы единственное, чего бы он хотел, но он не может, сохранив в этом мире то, что он действительно ценит. И армянин скажет вам, что Бог не может наделить нас либертарной свободной волей и при этом гарантировать, что мы никогда не используем эту волю во зло. Поэтому, несмотря на то, что Бог всемогущий, мы живем в мире, в котором существует зло, потому что Бог не может ничего изменить. У кальвиниста будет другой ответ. И если вам интересно узнать, что же это за ответ, то, пожалуйста, запишитесь в следующем семестре на курс «Проблема зла». Или вы можете прочитать мою книгу по этому вопросу. И на самом деле ответы есть на этот вопрос. И, по сути, они сводятся к следующему. Бог мог либо создать мир без зла, либо мир со злом, но с нечто ценным. Но Он не мог создать мир без зла и с нечто ценным одновременно. И также мы знаем, что есть нравственный принцип, что нельзя кого-то призывать к ответу за то, что он не мог сделать иначе. И если Бог не мог сделать иначе, не мог создать мир с нечто ценным, в котором не было бы зла, то тогда он несет нравственную ответственность за то, что он этого не сотворил. И тогда остается единственный вопрос. Хорошо, если Бог мог либо создать мир без зла, или мог сотворить мир со злом и с нечто ценным, что не может существовать без зла, то тогда вопрос в следующем. А сделал ли Бог правильный выбор, наилучший для нас? И для армян это ценное — это мир, в котором присутствует либертарная свободная воля. Это ответ армян. И армянин скажет, конечно, Бог сделал правильный выбор. Он мог создать мир без зла, но в этом случае каждый из нас был бы всего лишь роботом. Никто бы из нас не имел свободной воли. Поэтому, конечно, Бог выбрал лучший мир из двух возможных. Кальвинист будет отвечать подобным путем, но ценное для него заключается в нечто ином. Поэтому, что касается умеренного детерминизма и нравственной ответственности, то да, тут нет никакого противоречия, потому что то, что мы делаем добровольно. И Бог не мог создать мир иначе, чтобы в нем было то ценное, что в нем есть, чтобы в этом мире не существовало, не присутствовало зло. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Есть еще два возражения, возражения практического характера, которые необходимо с вами обсудить. И вот в чем заключается первое из этих двух возражений. Если все, что мы с вами говорили, верно, если Бог заранее установил или предопределил определенных людей к спасению, и избрание это действительно безусловно, то тогда, если все в Божьих руках, то зачем свидетельствовать, зачем благовествовать, если Бог уже предопределил, кого спасти, и Он спасет, поэтому причин, чтобы свидетельствовать, у нас нет. И есть немало людей, у которых такое понимание, но, к сожалению, это неверное понимание. Позвольте мне объяснить, почему. И когда мы с вами разбирали доктрину об избрании, мы с вами разбирали также текст, записанный в послании к Ефесянам 1.11, и говорили с вами о том, что Божье усыновление касается всего, что все Богом предопределено. И Бог все совершает по изволению воли Своей, то есть делает так, как Ему угодно. И если Бог в действительности установил, что все, кому предопределено спастись, спасутся, то Он также установил и средства, благодаря которым эти люди обретут спасение. И в большинстве случаев люди обретают спасение, услышав Евангелие, благую весть
от какого-то другого человека. И затем уже Дух Святой будет использовать то евангельское послание, которое человеком услышано, чтобы совершить действие в сердце этого человека и убедить его принять Христа и обрести спасение. А если все это действительно верно, и представляется, что это действительно верно, что именно этому и учит Библия, то тогда причина, почему мы с вами должны благовествовать, заключается в том, что наше благовестие может быть как раз тем средством, которое Бог установил для спасения того или иного человека. И никто не знает, в каждой конкретной ситуации, в каждом конкретном случае, когда мы благовествуем какому-то человеку, какой будет результат, примет человек Христа или нет. И мы не знаем, что это обязательно не произойдет. Поэтому есть основание в том, чтобы благовествовать. И к тому же есть ясное повеление нашего Господа Иисуса Христа, что мы должны свидетельствовать. Поэтому вы видите, что есть основания для того, чтобы благовествовать другим людям. И даже если получается так, что наше благовестие не принимается, и человек отвергает благую весть об Иисусе Христе, рассказанную ему нами, то это не значит, что мы не должны были ему благовествовать. У Бога все еще могут быть цели, которые Он достигнет и которые осуществятся либо в нашей жизни, либо в жизни того человека, которому мы благовествовали. Цели, которые могут отличаться от цели приведения этого человека к себе. Поэтому мы с вами должны благовествовать, потому что наше благовествование может быть тем средством, заранее предопределенным, установленным Богом, для достижения каких-то целей, спасения этого человека, либо для каких-то других целей, совершения чего-то в вашей жизни, укрепления ваших взаимоотношений с Ним, когда вы проявляете послушание Его повелению свидетельствовать всем людям. Поэтому, если позиция безусловного избрания верна, то это не отменяет необходимости благовествовать. Есть еще и второе возражение, которое порой озвучивается. И оно заключается вот в чем. Вот посмотрите, если действительно позиция безусловного избрания верна, то зачем тогда молиться? Зачем молиться о том, что кто-то придет к спасению, услышав Евангелие? Или вообще молиться о чем бы то ни было? Если Бог все определил, установил, то все произойдет, так как Он это определил в соответствии с Его целями и желаниями. И какой смысл тогда нам о чем-то молиться? Ведь молитва уже не сможет ничего изменить. Это также вполне уместный вопрос, на который необходимо дать ответ. И вопрос это вполне ожидаемый. И, как я уже сказал, необходимо на этот вопрос ответить, потому что если мы не ответим, то это зародит сомнение в позиции безусловного избрания. И причина, почему мы должны с вами молиться, идет ли речь о спасении какого-то человека или о другой какой нужде, похожа на причину, почему мы должны благовествовать. Если Бог установил, что кто-то спасется или произойдет еще что-то в этом мире, то есть и определенные средства, которые Бог будет использовать для того, чтобы это совершить и достичь поставленных целей. И вполне может быть так, что ваша молитва или моя молитва — это именно то, что Бог будет использовать для того, чтобы достичь поставленных целей в нашей жизни или в жизни какого-то другого человека. И посему мы с вами должны молиться. Кто-то может сказать, «Ну, а если то, о чем я молюсь, не соответствует Божьей воле, идет вопреки Божьему желанию, и ответ будет отрицательный на такую молитву, означает ли это, что я попросту трачу напрасно время, молясь?» Конечно, нет. Мы не знаем, как Бог ответит «да» или «нет» на нашу молитву. И даже если бы мы знали, что ответ на молитву будет «нет», или что ответ будет «подожди», даже в этом случае молитва имеет ценность, потому что, опять же, у Бога могут быть цели, которые Он может достичь в нашей жизни,
посредством нашей молитвы, нашей молитвенной жизни, когда мы общаемся с Ним. И, быть может, эти цели отличаются от тех целей, которые мы преследовали, когда начинали молиться, но это те цели, которые Бог достигнет в нашей жизни. Мы должны осознавать, что Бог есть Бог, что Он суверенен, что Он наш Спаситель. И если мы имеем такие отношения с Богом, то почему бы не допустить, что было бы здорово общаться с таким Богом? Он обратился к нам в Своем Слове и обращается к нам через определенные события в нашей жизни, то почему бы тогда нам не обратиться к Нему и не обсудить с Ним то, что мы читаем в Его Слове, и так далее, и далее. И есть много разных целей, которые могут быть достигнуты посредством молитвы. И, как я уже сказал, эти цели могут отличаться от тех целей, которые мы преследуем в нашей молитве. Но, тем не менее, эти цели стоят того, чтобы молиться. Хорошо. Если мы придерживаемся позиции безусловного избрания, то это не означает, что молитва и благовестие теряют всякий смысл. И, конечно, по этой теме можно долго говорить. Доктрина избрания — достаточно емкая доктрина, но нам с вами необходимо двигаться далее. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.